Так, сегодня у нас субботник у медколледжа. Вот пришли две группы с одними граблями. Молодцы. И с одной пилочкой. Так, что, человек 20. Вот, хотя были все предупреждены. Значит, у них задание работы на 2 часа. Работу. Я вас снимаю и говорю, да? На канале S это все озвучат и покажут, как наши студенты трудятся. Вот, мусор собирают. Вот эту открытую часть им надо освободить. Вот, заросли вот этих вот кустарников, вот с одной пилочкой, и граблями убрать всю территорию. Дала им 30 мешков, сказала, чтобы мусор был собран. Вот, если будут хорошо работать, то полдвенадцатого до полдвенадцатого все получат по горячей шанге от Марка. Вот. Приду проверять полдвенадцатого. Весь мусор они должны складировать вот в эту кучу. Вот видите, сколько зарослей здесь. Кустарник. Девушка на субботник пришла.